Иродохромис что-то затевает. Стучать взялся. Что надо так стучать? Как у него получается так стучать, абсолютно непонятно. Камешки тут маленькие, тоненькие, легонькие. Зубы у него не такие большие, чтобы так стучать. Что он их там ворошит, непонятно. Обычно они с пещеры вытаскивают камни. Кто-то посторонний подошел, мешает жить. Вот он ищет подходящий камень. Для каких целей, трудно понять. О, куда он его денет? Ага, по стеклу стукнуть. Бывает, что по стеклам стучит камнями. Тщательно разыскивают подходящий. Съедобного там ничего быть не может. Задним ходом даже двигается. Ну, то есть как. Что ж тебе там надо так, а с этими камешками?